И так. Участник нашего фестиваля, гость из Риги, Республика Латвия. Автомобиль Симпли 1903 года. 903 год. Конечно, это не тот самый автомобиль, который находится в музее Daimler-Benz в Германии. Это его точная копия. И этот репликатор Борис Полиетис, хозяин автомобиля, создавал около 20 лет. Но совершенно невероятный факт, в то время, когда Борис решил воссоздать знаменитый немецкий автомобиль, в его распоряжении была только маленькая миниатюрная моделька автомобиля в масштабе 1.43 и две фотографии. В советские годы невозможно поехать в музей Мерседеса в город Штутгарт и изучить устройство этого автомобиля. Поэтому сделал свой репликатор скорее интуитивно. И вот получилось такое потрясающее произведение искусства. Сейчас этот автомобиль неизбежный участник. Все детали без исключения этого автомобиля изготовлены его руками. Лично. Конечно, мы желаем Борису Полиетису удачи. Давайте еще раз восхитимся тем, что может делать человек по-настоящему талантливый, великолепный механик, и который уже многодушным фестивалем выставок. Продолжаем автомобиль аплодисментами. Автомобиль. Автомобиль.